примеру, там могу привести доказательство, что это нет, не доказательство. Да, но тем не менее, там же говорится в конце, что схема ясна, Россия хочет разрушить сложившуюся систему международных отношений. Но Великобритания все в этой истории делает нарушение всех сложившихся норм. И тогда это все им для чего и что их так подорвало? Зачем? Это, конечно же, маразм кипчаешь, потому что если мы посмотрим на действия сейчас России через Совбез, по Сирии, о том ряд других вопросов, мы как раз призываем всех, уважаемые товарищи, давайте вернемся в рамки международного права, в рамки существующей системы, потому что иначе мы просто урухнем всех в горниво мировой войны, которая никому не нужна.